хуёв. Да. Да. Хуёв. Yeah.
дудочка.
Всем привет! Закончился январь. Скажу даже больше, уже начало февраля. Я как-то в этом месяце не успеваю, потому что очень много работы, очень мало времени снимать видео. Но решила, если не сегодня, то потом уже не успею, да? Стену, которую сломали, на место не вернешь. Поэтому расскажу вам сегодня быстренько, что у нас тут в январе случилось. Вот, в январе тысячу всяких мелочей переделали, да, начиная с того, что убрали все вот эти вот хироклит платы эти, солому. Повытаскивали везде гвозди, не везде, но в основном повытаскивали гвозди. Ну и вот сейчас буду по ходу вам еще рассказывать, что мы еще успели. Самое главное, что случилось в январе, это, вы видите сзади меня, я начала вытаскивать везде кирпичи. Вот, значит, вот так это теперь выглядит. Это мы сейчас на втором этаже. Вот, вот эта фигня у нас здесь не для того, чтобы держать, да, а для того, чтобы, если вдруг она начнет лопаться, то, значит, надо бежать быстро или выпрыгивать из окна. Вот, кое-где мне как бы конструкция не очень внушает доверие, поэтому тут и там чуть-чуть подперли. Вот, с этой стороны все выглядит теперь вот так вот, без кирпичей. Вот, вот так вот выглядит у нас, значит, наверху. Не хватает еще вот здесь вот под лестницей. Ну и начала, что сделала? Решила в ванной чуть-чуть подмести, убрать там еще вот куски стекловаты лежали, и вот это всякий мусор подмела. После того, как подмела, наш дедушка решил, что надо срочно выбить отсюда плитку. Вот так вот оно сейчас все чистенько, аккуратненько, без плитки выглядит. Да, здесь у нас капает с окна, для этого там стоит ведро, это не туалет, это ведро для дождевой воды. Вот, следующее, что здесь будет происходить, это нам надо будет убрать вот эти вот конструкции, которые типа стены. Почему? Потому что они стоят, где видно хорошо, вот тут видно, они стоят на полу, да, то есть, чтобы убрать этот пол, надо сначала разобрать вот эту всю конструкцию, но это, в принципе, не страшно, потому что я все равно хотела вот эту вот нашу трубу переделать, да, как вы видите, она сверху уже, снизу шире. Я хочу, чтобы она была просто ровненькая, прямая наверх. То есть вот этот вот угол придется убрать. Тут вот опять этот утеплитель, соломенный хироклит. Ну и посмотрим, что там дальше снизу. Вот что могу вам еще рассказать. Вот это значит тема насчет сделать пол выше, потолок выше, пол, да, туда-сюда, чтобы не было у нас вот этих вот двух ступенечек. Получили смету нашего плотника. Вот эта вся фигня перестроить нам здесь полы обойдется примерно 1020. Вот, то есть получается, как бы этот пол останется на этой же самой высоте, но эта вся конструкция должна будет разобраться. Тут вся конструкция должна будет разобраться, там балки поднимутся выше, здесь, естественно, пол станет выше. Также нам надо будет пол на чердак поднимать, и на чердаке придется конструкцию для крыши переделывать, чтобы, да, чтобы оно было так это. Подумали, порешали, ну и как бы сказали, а что две ступеньки нас-то вполне устраивает. Вот. Даже, может, не из-за цены, а из-за того, что, естественно, и на чердаке станет меньше места, и вот как бы крышу перестраивать совсем не хочется, это очень дорогое удовольствие. Вот, решили, что будет так, да, что мы строим не новый дом, а ремонтируем старый, поэтому будем ремонтировать дальше. Вот, идея здесь появилась какая? Вот сейчас я чуть-чуть перепутаю темы. Идея появилась какая? Вот эта вот вся конструкция наша, да, должна же здесь вот как-то держаться, потому что вот эти вот у нас балки, получается, как бы сделать так, чтобы видно было хорошо. Вот они идут, раз, два, три, четыре, сколько их тут. Они держат на себе весь потолок, пол из ванны, вот. Ну и для того, чтобы их как бы, чтобы они не рухнули, да, и задумка такая, поставить здесь стену, опереть эти балки, прямо вот где кончается пол ванной, ну и встроить туда какой-нибудь шкафчик для коридора, это, в принципе, я думаю, нормально. И дешевле, чем 20 тысяч. Вот, что еще тут внизу? Внизу гвоздики выдирали, я уже рассказывала. Эти, значит, утеплитель у нас тут тоже везде в мешках упакованный стоит. Что еще? Еще у нас дедушка сделал очень классную вещь. У нас здесь вот есть теперь кодовое название «Зеленая комната». Почему зеленая? Потому что у нее зеленые потолки. И вот вы видите, дедушка убрал вот эти вот, которые были набиты здесь
деревяшки. Теперь у нас тут красивые дубовые балки, да? Мы их чуть-чуть подшаманим, почистим, маслочком помажем, и будет красота. Вот, что еще? Гвоздики тут, гвоздики вытаскивать — это идиотская работа, да? Это для тех, кто убил мать и отца, наверное. Но, тем не менее, я думаю, мы справились хорошо, по крайней мере, здесь на первом этаже, мне кажется, кто найдет еще один, тот получит приз. Вот, что еще? Окна, подоконники. Подоконники и ящики для ролла сейчас вот здесь нет, а с той стороны уже все убраны. Ну и, естественно, что дальше же убирали камни. Сейчас я вам покажу. А, ну, в принципе, вот тут уже видно, да, у нас теперь тут все просторненько. Везде воздух гуляет, вон там второй этаж. Вот тут первый, все проветривается, да. Вот так вот тут классненько. Вот, вот эти еще надо поубирать, и вот этот. Вот этот дымоход у нас тоже уберется отсюда. Ну что, и все. Любопытная женщина, конечно, не выдержала, да? Вот. Между праздниками еще, вот между Рождеством и Новым годом подумала, надо все-таки посмотреть, что там под полом творится. Ну и получается, в самой задней комнате сделала дырдочку. Вот. Получилось что? Что у нас там высота примерно 20 сантиметров. Там лежат балки. Это значит, выкапывать придется очень много. Но это мы вскроем, мы ее в феврале уже вам чуть-чуть могу рассказать. В феврале оно все вскроется и начнется. Вот, значит, тут начнутся серьезные работы. Да? Это все мелочи. Теперь что? При разборке, значит, вот этих вот кирпичей увидела, что некоторые балки, немного, по-моему, всего две. У нас вот так вот, вот как это, да? Вот как это. Лежат там просто где-то на кирпичах. Это, конечно, очень плохо. Вот это тоже, но тут не... Ну да, надо будет смотреть. Это все, конечно, очень плохо. План у меня какой? Поставить опору, кирпичи убрать, поставить здесь балку, да? И, может быть, будет хорошо. Вот, в феврале поеду за деревом, будем смотреть. И начнем чинить наши деревянные вот эти вот все стены. Потому что в некоторых местах сейчас, вот когда камней нету, некоторые не очень стабильные. Их надо подправить до того, как придет каменщик и поставит нам тут весь дом на уши. Вот, это значит будет в феврале. Ну и в принципе, что еще? Стены у нас, значит, да? Я очень аккуратно с ними, да, вот эти вот все кирпичики, которые еще как бы хорошие, я их все откладываю в одну сторону, потому что они пойдут как бы обратно, вернутся на свое место. На некоторых еще такие вот отпечатки от каких-то белочкиных лапок, наверное, или что. Вот, бывают, значит, у нас вот такие кирпичи, а еще бывает у нас вот такая вот конструкция, да? То есть здесь вперемешку напихали, видимо, все, что было под рукой. Да, вот тут их сейчас два таких. И здесь вот очень красивый вот этот вот камень, природный вот камень, желтенький такой. Я решила, что он... пригодится, он же мне пригодится где-нибудь в огороде или еще где. В доме навряд ли, но в огороде, скорее всего. И теперь я, значит, и теперь я сортирую. Сортирую свой мусор. Сначала мы об этом почему-то не подумали. А теперь я вот сортирую свои кучки с мусором. Вот здесь вот такие вот камушки вот эти. А сюда, ну, сюда уже мусор, который выкинется. Вот так вот, в принципе, что еще хотела рассказать. То я еще... А, вот когда разберется наша вот эта вот дымоходная труба сверху, то я думаю, что вот этой вот половины здесь вот как бы и не станет. Это я так догадываюсь, да, потому что видно вот уже трещину, видно, где тут трещина. Видимо, это как раз и есть рассоединение. Вот что еще? В феврале придет, приедет плотник обсудить его вот эти, значит, все цены и что, где, куда, где, сколько будет стоить, какие работы мы будем делать сами, какие мы все-таки его позовем. И придет сантехник, придет, да, обещался тоже прийти в феврале. Посмотрим, что он нам скажет насчет отопления. С отоплением сейчас это все, конечно, очень интересно, что в стране происходит. Посмотрим. Что еще? Приобрела вот уже 4 опоры. Здесь наш этот... Хероклит стоит, то есть наш утеплитель, который
Вот так вот, в принципе, у нас заканчивается январь, вернее, уже чуть-чуть начался февраль. Убралась на террасе, расстелила пленку для того, чтобы выкапывать землю, да? Вот, что еще? Что еще? Ну, кучки с моими кирпичиками растут и ждут, пока мы их обратно здесь в дерево встанем. Ну, вот, в принципе, все на январь. Про февраль говорить ничего не буду. Я думаю, что следующее видео уже недели через две, наверное, появится. В феврале, как бы, движение здесь уже сейчас происходит много. Так что буду рада видеть вас снова. Желаю вам всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Thank you.